понедельник в доме по улице Станционная, 47, жители чуть не сварились в кипятке. Произошла серьезная коммунальная авария. На трубе системы отопления, расположенной на чердаке, сорвало кран. Кипяток залил все 5 этажей одного из подъездов. К счастью, в этот день морозы еще не пришли. Аварию устранили оперативно, за 4 часа. Производили слив воды в батареях всего дома, поэтому систему отопления запустили заново. Однако при резком похолодании риск аварий в системах отопления возрастает. В этих случаях жильцам следует немедленно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании ТСЖ или ЖСК, которая обслуживает их дом. Далее необходимо направить эту информацию оперативному дежурному администрации города Кургана, это 054, оперативный дежурный по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Также можно сделать звонок на горячую линию, которая работает у нас в жилищной инспекции, телефон 43-21-45. Перезапуск системы отопления в морозы грозит завоздушиванием или перемерзанием некоторых ее участков, поэтому производится только в крайних случаях. То есть, конечно, тут могут быть разные негативные факторы, поэтому, естественно, такие вещи только в крайних ситуациях делаются, вот именно в случае устранения аварийной ситуации. Андрей Бахарев, Николай Волков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».